По поводу песни «Москва звонят колокола». Я думаю, что она звучит, когда поезд приезжает на вокзал, а не когда отъезжает. Потому что когда поезд уходит, то тут лучше прощание, там, марш славянки, да, будет звучать. А когда поезд приходит, то можно и «Москва звонят колокола». Еще есть песня о Москве. «Кипучая, могучая, никем не победим». Вот она мне с детства очень нравилась. «Москва моя, та-та-та, ты самая любимая, тара-та-та-та-та, а просыпайся, милый город, та-да-да-да-та-да-да». Поэтому нужно подобрать три песни, под которые поезда должны уезжать, и три песни, под которые они должны приезжать. Плюс на всех вокзалах сделать свободный выбор, то есть не на каждом вокзале они должны обязательно сходиться. На белорусском пусть такие будут звучать, на казанском такие и так далее и тому подобное. Не должна одна песня быть монополистом всех настроений, всех миллионов людей, которые там буквально крутятся. Я считаю, по этому поводу нужно сделать референдум, хотя бы в социальных сетях, ну, на государственном уровне или на уровне РЖД, и все станет понятно. Такой хит-парад, все проведут, выскажутся, и все. Навязывать, я лично не против, ты не против, но навязывать другим людям тоже не стоит.